Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 8 на странице 36 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Из питомника привезли 60 саженцев деревьев. В первый день посадили 30 саженцев. Во второй день какое-то количество саженцев. Сколько саженцев осталось посадить? Дополни условия задачи таким числом, чтобы в ответе получилось число меньше 20. Во второй день посадили 20 саженцев. Давайте посмотрим, что у нас получится. Сначала мы узнаем, сколько саженцев посадили. К 30 прибавим 20. Это получится 50. 50 саженцев посадили. Теперь мы узнаем, сколько саженцев осталось посадить. 60 минус 50 равно 10. 10 саженцев осталось посадить. Записываем ответ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.